Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я пришла в огород, чтобы сорвать себе свежие морковки и сделать вкусный салат с зеленым луком, сыром и чесноком. И я решила показать вам, какая морковка уже есть у меня на сегодня, 4 июля. Кто был со мной с самого начала, тот помнит, что первую морковь для получения раннего урожая я сеяла еще в то время, когда в огороде были сугробы. Эта морковь специально скороспелая, она предназначается для употребления в летнее время. Там какие-то небольшие салатики, вот голубцы вчера делала, добавляла, ну, различные пережарки. Небольшое количество я сею. Конечно, основная морковь сеется намного больше. Но вот эту морковь я не помню, когда сеяла, по-моему, даже в апреле. Я хорошо запомнила, что здесь по краям у меня были сугробы. Многие выражали, ну как комментировали, что она замерзнет или что. Я говорила, что она выдерживает морозы до -5. И действительно, после этого, когда она взошла, она уже была, ну как, вылезшая из земли. У нас были заморозки -4. Я думала, что она погибнет, но она все-таки выросла. И вот сейчас я ее понемногу использую в различные блюда, потому что старая морковь уже не такая, она же высохшая вся, выросшая, проросшая. Большинство не доживает до этого времени. Те, кто боялись высаживать в такие ранние сроки, я просто специально пришла показать, что морковь все-таки выживает заморозки. Да, она не подлежит хранению, та, которая рано высажена, но для употребления в летний период она вполне подходит. Так что на будущий год, кто не боится экспериментировать, пожалуйста, сейте морковь для раннего употребления в самые-самые-самые холодные месяцы, еще когда лежит снег в углах вашего огорода. Ничего и не будет. Маленькие 2-3 рядка можно вырастить. Все, до свидания. Кто хочет посмотреть предыдущие видео, заходите ко мне на страницу в Одноклассники Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Отматывайте назад. Там показаны все мои шаги с самой ранней весны, как я сеяла морковь, как я сеяла редис, капусту, как они пережили заморозки, снегом было все засыпано, и какие они потом выросли хорошие. Все. Вот это для начинающих огородников. Хорошая информация. Смотрите, выбирайте. Может быть, какой-то способ ранних посевов вам подойдет и пригодится. До свидания.